Добренько, вроде бы май месяц, а погодка какая-то совсем нелетная, но это позволяет нам посидеть в мастерской и поговорить о инструменте. В частности, о такой незаменимой вещи, как электролобзик. Честно сказать, электролобзик – первый электропилищий инструмент, который я себе когда-то купил, в свое время, давным-давно. И сегодня мы посмотрим, чем отличаются дорогие профессиональные лобзики от бюджетных бытовых лобзиков. Значит, что у нас есть? У нас есть деволтовский лобзик 331. Мощность этого лобзика 701 Вт. Прям очень интересно, что 701 Вт написано. Бренд USA, сборка Чехия. Далее у нас есть бошевский бытовой зелененький лобзик. Очень старенький, он у меня давно валяется. Значит, это лобзик PST800, 530 Вт, бренд Германия, сборка Румыния. И есть честный, добротный китайский лобзик. Бренд Китай, сборка Китай, 900 Вт, деко. Далее о стоимости. 4300 рублей, 7800 рублей и 18 тысяч. Не стоит забывать, что цены на рынке беспорядочно лихорадят, поэтому то, что я назвал, это очень сильно условно. Но, тем не менее, мы имеем разницу вот этой штуки почти в 4 раза. Вот этой штуки в 2 раза. И вот эти плюс-минус между собой в 2 раза. Давайте посмотрим на принципиальные особенности в внешнем различии, а потом уже будем проверять, как они будут в работе. По длине шнура тут однозначно выигрывает деволтовский, он вдвое длиннее, чем у его оппонентов. Самый короткий у деко, у бошика длиннее примерно сантиметров на 50. На самом деле у сетевого электролобзика длина сетевого шнура очень важный фактор. Она вам позволяет отойти как можно дальше от розеточки, хотя у нас розеточка рядом, поэтому роли не играет. Далее сами шнуры. У Деволта похожи на КГшку, очень мягкий резиновый кабель, не перемерзает, не ломается, вообще классная штука. Деко. Просто обычный, чуть ли не пластиковый сетевой шнур. У Бошика примерно такая же фигня, и он уже начал переламываться на изгибе. У Деволта такой фигни нету. Рукава. Рукава у всех присутствует. Этот рукав позволяет не переломить вот в этом месте сетевой провод. Хорошая вещь. И у Деко идет еще шестигранничек в комплекте. Сразу присобочен к рукаву. Бошик сюда. Начинаем по порядочку с самого дешевого. Значит, деко, что у нас здесь есть? Есть регулировка маятникового стехода. Она нам позволяет наклонять пилку, тем самым увеличивая скорость пропила в ущерб качеству пропила. Регулировка оборотов до 6-го положения. Кнопка включения с блокировкой. Можно зажать. И есть такая чудесная функция, как лазерный указатель. Блин, только на китайских дешевых лобзиках я встречаю такую штуку, как лазерный указатель. Иногда, кстати, выручает. Далее переходим к Бошику. Есть уже функция сдува пыли, то есть отключено-включено. Также маятникового хода на 4 положения. Триггель переключения. Здесь просто кнопка включения. Здесь уже триггель, но нет регулировки оборотов. Следовательно, нужно регулировать нажатием кнопки. Также есть блокировка. И, блин, Бош, ну как так можно? Стоит вдвое дороже, чем, чуть-чуть меньше, чем вдвое, да? Давайте посмотрим на подошвы. Штамповка, обычная штамповка, то есть лист металла. Здесь деко чуть-чуть извратился. Он сделал вроде бы как литую подошву, да, часть, но на штампованном основании. То есть дешево, сердито, а еще есть вставочка, которая позволяет не царапать декоративные поверхности при работе лобзиком. Что же касается Бошика, то можно все продрать вот этим штампом. Ладно, переходим теперь к самому дорогому. Маятникового хода 3 положения и нулевое отключенное. Регулировка оборотов на рукояти. Вот очень сильно неудобная регулировка оборотов на рукояти. Я считаю, что вот это колесико намного удобнее. Подошва литая, здесь вопросов нет. Пластиковый башмак здесь съемный. То есть его можно спокойненько отсоединить. И работать как с ним, так и без него. Подошва литая, еще и со штампованной вставкой внутри. Скоба большая. В принципе, все прикольно. Еще у этого лобзика есть поворот платформ. То есть у этих двух товарищей подошва не наклоняется. Здесь же можно повернуть ее до 45 градусов. Возможно, возможно, а возможно и не очень возможно. А, да. То есть ее надо сдвинуть чуть вперед и повернуть. Причем наклоняется под 45 градусов в обе стороны. А теперь нам нужно поймать 0. Также у деволтовского лобзика есть функция сдува пыли. По факту, по умолчанию, у каждого лобзика должна работать эта функция. То есть крыльчатка направлена в сторону пилки и должна сдувать стружку. И, кстати говоря,
Да, включается и отключается. Для дальнейшего теста будем пользоваться полотном от Лобзика Деко, который шли с ним в комплекте, ноунеймовский, честно говоря, никогда не пользовался и, наверное, никогда не буду. Поскольку наличие шестигранника у Лобзика Деко может несколько смущать, но нет, у этого Лобзика есть быстросъем. А это очень важно в 2022 году, как-никак никто не хочет крутить эти шестигранники. Все, полотно вставилось, полотно зажалось, не, почти зажалось, а как ты? Ага, все, полотно зажалось и закрылось пластиковой крышечкой. То есть быстросъем на Лобзике Деко, он еще и выстреливает. На самом деле, казалось бы, мелочь, но эта мелочь очень сильно упрощает работу. Прям вообще крутая функция Лобзика Деко. Далее смотрим на бошевский лобзик. Здесь у нас имеется пластиковая защитка. Эта пластиковая защита нужна как бы не для защиты пальцев, а для того, чтобы создавать здесь какой-то вакуум для вытяжки стружки, чтобы лучше работал пылесос. То есть опилки не распределяются где попало, а идут через эту пластиковую защитку. Быстросъем у лобзика Bosch также имеется, но он выполнен менее удачно. То есть необходимо поднять вверх эту пластиковую кочергу. Блин, обставилась пилка. Вот, пилка вставилась, вроде бы все хорошо. Пилка пошла работать. Теперь снимаем, интересно, отстрелит или нет. Вот, не отстреливает, ее приходится вынимать. И вот этот механизм быстросъема адски неудобная фигня. То есть нам приходится работать двумя руками. Оттягиваем вверх, вставляем полотно. Вставляется оно тоже не каждый раз хорошо. Отжимаем, вынимаем. Очень-очень сильно неудобная штука. Что же касается DeWalt, здесь вообще все просто. Флажок. Прям вообще круто это все вставляется. Вставляется полотно. И мы прям видим, как оно фиксируется. То есть весь механизм здесь у нас на глазах. Прям вообще все видно. DeWalt-ик пилку не отстреливает, однако она очень легко выпадает. В бошике постоянно клинит. Поэтому я вообще ненавижу этот лобзик. Для второго теста мы будем использовать кусочек доски 50-ки. Мне его не жалко, можно попилить. И это лестница. То есть пилиться она будет чуть-чуть хуже, чем сосна. Во все три лобзика мы вставим абсолютно одинаковые новые пилки. И еще хотел обратить внимание на обслуживание лобзика. Есть очень важный элемент в лобзике. Это колесики. Может стоять одно колесико, как здесь. Может стоять два колесика. К сожалению, на этих лобзиках двух колесиков у меня нет. Так вот, это колесико необходимо смазывать, чтобы оно не клинило. Если оно заклинит, пилка нарежет на нем плоскость. Оно уже не будет круглым. И, соответственно, мы получим люфт. Мы получим хреновый пропил. Получим мы вообще все хреновое. Всего лишь капельку масла надо кинуть на колесико. И все. Я, кстати, много кинул. Надо кидать прям вообще меньше. По люфтам у Бошика люфтик есть, совсем небольшой, стоит относительно плотно. У Деко, ну, бешеный люфт в ролике, честно сказать, прям вообще бешеный. У Деволтика вообще как монолит, мертво стоит. Вот я полотно сгибаю, а стоит оно достаточно плотно. Блин, это прикольно, это хорошо. А еще хотел бы заметить такой факт, вот он сам шток, у Деволта он плоский идет. Говорят, в теории, конечно, говорят, что лучший шток, сейчас мы подключим лобзики, должен быть цилиндрической формы. Тогда мы получаем как бы более долговечную конструкцию, но опять же, у цилиндрического штока будет больше люфт. И вот интересно, какой шток у Деко с таким люфтом. Да, цилиндрический шток у Деко. У Боша тоже плоский, как и у Деволта. Начинать мы, конечно же, будем с Деволтовского, ставим маятник в ноль. И обдув стружки ставим в ноль. Посмотрим, как с ним и как без него. Пилим. И наглядный пример работы с маятником и без маятника. Вот это мы пилили с маятником, грубый пропил. А вот это без маятника, практически чистенько. Следующий в своей ценовой категории идет лобзик Bosch. Сука, она сдохла, что ли? Блин, как я не люблю, когда так происходит. Сейчас батарейку поменяю. И сразу же первый косяк лобзика Bosch. Подошва, все черное. То есть металл оставляет нам вот такие следы. После деволтовского лобзика ничего подобного не было. Пилит, безусловно, пилит, но намного дольше и грубее, чем лобзик DeWalt. Давайте посмотрим, на что способен у нас Деко.
Мощность шестерочка, стоит максималочка. Ну да, он нас ничего не испачкал, выпилил относительно чистенько без маятника, но он пилил дольше всех. Вот прям реально дольше всех. Хотя этот лобзик мой самый мощный, здесь 900 ватт. 530 от Bosch пилило как бы, наверное, побыстрее. Ну давайте попробуем поставить третье положение маятника. Обязательно включим лазерный указатель. Нахрена он нам нужен? Ну что же, из плюсов на максимальном маятнике он пилит чище, чем его два оппонента, но дольше всех. А еще у него появился такой неприятный запашок, знаете, как вот у старого дешевого китайского инструмента, когда воняет паленым пластиком. Блин, не переношу этот запах. Еще к одному плюсу мы, конечно же, отнесем пластиковую вставку в подошве, то есть деревяшечка у нас не загажена, она наоборот вычистилась после лобзика вот этого бошевского. Ладусики лады, тест номер 3. Нам понадобится деревяночка подлиннее, это уже сосня. И мы здесь проверим, как ровно они будут пилить. Толщина небольшая, длина небольшая. Будем использовать угольничек, чтобы направлять лобзик. А потом посмотрим, как он по ровной поверхности ровненько отпиливает. Фиксация пациента нам обязательно нужна. Ну, плюс-минус 90. Практически есть небольшой косячок, небольшой люфтик. Небольшое лирическое отступление. Именно по этой самой причине я не люблю работать лобзиками. Лобзики только для криволинейного пропила и то по мере необходимости. Вот прям стараюсь как можно реже работать лобзиком. Дисковая пила – это огонь. Ровный пил, прямой пил, длинный, продольный, поперечный. Ну, криволинейный, конечно, дисковой пилой не сделаешь, приходится прибегать к помощи лобзика. Однако, качество реза, лобзик, ну, это такое себе. Ладненько, давайте перейдем к горке. Честно говоря, я вообще не понял, как он вот это сделал. В середине. Выемка. По угольнику мы шли, по подошве мы шли. Что нам говорит угольничек? Угольничек нам говорит то же самое, что показалось на глазок. Ну, в принципе, края ровные. Края 90, но серединка у нас не очень. Следовательно, нужно заходить лобзиком Bosch, середину пилить лобзиком DeWalt и выходить лобзиком Bosch. Просто идеальная формула получается. Ладно, давайте посмотрим, на что способен лобзик от Deco. И, кстати говоря, Bosch опять засрал доску. Ну, допустим, да, нам попался сучок. Но это самый кривой пил из всех, что я делал сегодня. Блин, как тебя развернуть? Как ты был развернут? Вот. Это просто трешак, товарищи. Далее еще одно лирическое отступление. Вот эти все лобзики со скоповидной рукоятью, D-видной, неважно, как их там называют, на самом деле не очень профессиональными являются. Но это вообще бытовая серия. Я сейчас про лобзик DeWalt-овский, да. Вечно хочу его Deco обозвать. Те, которые прям сильно проф, они идут с гриповидной рукоятью. То есть нету этой скобы сверху. Здесь стоит упор, на который ты надавливаешь. Это позволяет более четко вести лобзик при криволинейных пропилах. С этой рукоятью центр тяжести у нас постоянно прыгает. И это можно было видеть вот даже на параллельном пиле с помощью угольника, что все получалось кривенько. То есть это, скорее всего, черновой раскрой. Ну, по мощности, кстати говоря, что я хочу сказать по мощности. 710 Вт DeWalt намного мощнее, чем 900 Вт Deco. По ощущениям, бошевский слабее, но пилит примерно на уровне. То есть, что Deco, что Bosch, пилят в принципе одинаково. Прям разницы особо не вижу. Но бошевский, Deco потяжелее будет. То есть, рука будет уставать намного больше. И самый главный косяк, это кнопка включения. Сейчас сдвинем подопытного чуть вперед, и я постараюсь объяснить, в чем именно грубый косяк вот этой кнопки. Значит, у Bosch'ика это триггер. Останавливайся, да, мы можем регулировать обороты, то есть скорость работы пилки именно рукой, кнопочкой, триггерным переключателем. У Deco такой функции нет.
То есть мы нажали, он сразу пошел херачить на максималке. Можно регулировать только вот этим колесиком. Но колесиком... При работе с деревом регулировка становится крайне неудобной. То есть двумя пальцами держи, большим регулируй. Можно дотянуться, но качество пила вообще никакого не получить. Что же касается бошевского. Можно спокойненько регулировать именно клавишей. А вот знаете, чего я на самом деле понять не могу? Почему бошевский на 530 ватт пилит лучше, чем деко на 900 ватт? То есть деко прям чувствуется, что туго идет. Пилки стоят абсолютно одинаковые. Я сейчас даже перекину одну пилку. Ну, вообще, пилки между собой. Посмотрим, может вдруг что-то изменится. Возможно, какой-то заводской брак пилки. Но, блин, вроде бы в деко все круто. Но мне кажется, что-то все-таки не то. Ну, не должен он так пилить с такой мощностью. Просто не должен. Мы переставили пилки из одного лобзика в другой. Маятниковость полная, маятниковость полная. Сейчас прогоняем лобзиком деко. А следом прогоняем лобзиком от Bosch. И опять Bosch отпилил быстрее, хотя он слабее, почти вдвое слабее. Но пилит быстрее. Вот такая вот приколюха. Хотя, если работать одним лобзиком, разницы особо не замечаешь. Я вот даже сейчас с бошиком спокойно работал. Вроде пилит все хорошо. Если взять в руки вот этого звереныша, то разница становится очевидней. Хотя, особой, опять же, нет. Ну и напоследочек эксперимент с криволинейным пилом. Материал у нас очень сложный. Фанера с двух сторон, ламинат. Будем выпиливать полукружки. Сразу подписал Bosch Deco DeWaltic. И начнем мы, наверное, все-таки... с деволтика. А чтобы все получилось максимально ровно и окончательно себя замучить, буду пилить вообще без маятника. Ладно, начинаем с деволтика, погнали. Следующая надпись у нас деко. Маятник в ноль. Лазер нам не нужен. Ну что ж, как я и говорил, по умолчанию сдув стружки тут по-любому есть. Правда, стружка летит не как у деволтика, направлена вперед, она здесь летит во все стороны. Но линия реза остается чистой. То есть этого не отнять, эта штука работает. Главное, близко своими глазьями не подлазить. Ну и заканчиваем мы бошиком. Блин, бошик, как всегда. Ну что за хрень? Есть небольшая доля риска, что на моменте бошика камера отключилась, поэтому я сделаю еще один пропильчик. Какой у нас самый ровный полукруг? Этот полукруг самый ровный. Ну, чтобы потом не возникло вопросов, почему здесь 4 полукруга вырезаны.
Итак, тот, что валяется, нам не особо интересен. Нам интересны те, что уже были выпилены. Итак, это у нас Девольтик, это Деко, это Бошик. И, как обычно, у Бошика на входе и на выходе проблема. У Деволта посередине все ровно, с краями проблема. Лобзик Деко. Блин, ну вот это уже интересно. Как бы это парадоксально ни звучало, лобзик Деко лучше всех зашел, лучше всех вышел. Но есть еще один очень интересный момент. Внимание на вот такой интересный фактор. То есть полотно ушло чуть-чуть в сторону, отпилило неровно. Это лобзик Деко. Дальше следующий у нас конкурсант, это Бошик. У Бошика наоборот с верхней частью проблемы. То есть он стал уходить в эту сторону. Деволт. А Деволт идеально. Вот такая наглядная разница. Дешевый и дорогой лобзик. Бытовой и профессиональный. В принципе, в работе разницу в этих лобзиках, если они не используются для чего-то прям колоссального, никто не заметит. То есть, что брать лобзик Бошик, что брать лобзик Деволт, что Деко, разницы никакой не будет. Давайте вкратце пробежимся по лобзикам. Бошевский мне не нравится вообще во всех отношениях. Мне не нравится, как тут снимается пилка. Блин, зараза. Он неудобен в работе. Единственный его плюс от, в отношении лобзика Деко, это триггель. Да, это удобно. Я даже готов закрыть глаза на то, что Деко пилит чуть-чуть медленнее, чем Бош. Поскольку вот эти два косяка делают бошевский лобзик крайне неприятным в работе. Ну что, тяжело что ли было подошву сделать нормальную? Тяжело было что ли сделать нормальный съем? Вон она отскочила, теперь ищи ее в опилках. У Бошика с этим вообще катастрофические проблемы. По сборке, да, в принципе, не знаю. Нормально собранный, что тот, что этот, что деволтовский лобз. Тоже к нему как бы претензий особо нет. Все собрано достаточно неплохо. Основные отличия профлобзика и бюджетного бытового лобзика, я думаю, продемонстрировал, да показал. По функционалу здесь все намного жирнее, больше и солиднее. Все в работе удобнее, все в работе приятнее. Включая тот же самый шнур, длину шнура, регулировки, кнопки, работу, вообще все остальное. Даже по уровню шума деволтовский лобзик самый тихий. Что же касается, сравнивая эти два товарища, ну, как я уже говорил, бошевский лобзик просто, блин, ну, никакой. Вот из-за этих двух косяков просто никакой. У Деко, ну, блин, был бы триггель, было бы вообще все круто. Я прям вообще закрыл глаза на то, что он пилит чуть-чуть медленнее, несмотря на 900 ватт мощности. Откуда здесь 900 ватт мощности? Ну, 450. Вот половину берем, 450 здесь есть, честно. Потому что 530 Боша. Но опять же, это не выходная мощность. Выходная будет еще вдвое меньше на них. Это потребляемая мощность 500, сколько там, 530 ватт. У этого потребляемая 900, а на выходе мы имеем, блин, ватт 200. Может, 250 максимум, что мы с него можем выжать. Как-то так, товарищи, как-то так.